Это голубая ель. На свету не видно, что она голубая. Где ёлки? Вон там рыбки. Рыбки. Тени-то вот мне не нравится, я хочу на солнышке. Я села в тень. Все-таки. Вот это вот ива, что ли? Похоже на эвкалипт. Скорее всего, ива. Красиво. Хороший дяденька охранник шел мимо. У него был перерыв. Сказал: Наташа, иди погуляй. Дай бог здоровья, дяденьки. О, как сверкают эти рыбки. Прям сверкают. Вот голубые ели. Вот она прямо голубая. Но она не такая сильно голубая, как та. Она немножко зеленоватая. Та вон, которая более голубая, вон та. Видно по цвету, получается. О, рыбки. Вон там еще одна. Их три, что ли, ели? Нет, они по периметру. Вот тут видно, что она была. В общем, в тени. Неохота сидеть, охота на солнышке. В тени я весь день сижу. Это не видно. Тут дендропарк. И фонтан. Вон голубая ель тоже. Санаторий у нас тут. Пам-пам-пам-пам.